18 мая 2023 года. Кукушкина гора, Рига. У нас опять солнышко. Правда, прохладно. Сегодня утром было всего 3 градуса тепла. Ну, сейчас уже получше. Прекрасный наш любимый парк. Свежесть. Только что скосили на некоторых лужайках травку. Всюду пахнет свежескошенной травой. Вот такая красота. Всем хорошего дня. Всем весенний привет из солнечной и прохладной Риги. До новых встреч, друзья!